Девчоночки, всем доброго времени суток. С вами Виктория. И сегодня я хочу показать вам свою коллекцию серебряных украшений, а также коллекцию бижутерии, которая у меня имеется. Я вам сейчас вот так вот покажу, а затем посмотрим с вами поближе всю мою небольшую коллекцию украшений. Девчонки, давайте приступим, посмотрим мою коллекцию серебряных украшений и коллекцию бижутерии. Я вам сейчас покажу поподробнее и расскажу поподробнее о каждом наборчике. Кому интересно такое видео, оставайтесь со мной. Первое, с чего я начну, покажу для вас свои серебряные украшения. Первое, что хочется показать, это вот такой вот комплектик. Вот такие вот сережечки. И к ним вот такое вот колечко с вот таким вот камушком. Вот так оно выглядит. Это комплект с горным, так, по-моему, горный хрусталь. Вот такого вот голубого цвета. Вот такие вот замечательные сережечки. Застегиваются они вот так вот уголком. Вот здесь вот такие вот чаша в форме цветочка интересная. И вот так вот примерно они будут смотреться на ушах. Очень я люблю этот набор. Люблю голубые камушки в украшениях. Поэтому мне он очень нравится. Девчонки, следующий набор, который хочу вам показать. Его приобрела не так давно. Приобретала я его в одном из магазинов по распродаже, поэтому достался мне он очень недорого. Это вот такие вот серьги в форме вишенок. Серьги с речным жемчугом. Вот такие вот сережечки. И вот так вот они примерно смотрятся на ушах. Я люблю такие вот висячие серьги длинные. Мне тоже они очень нравятся. И к ним, конечно, я подбирала это не из этого наборчика, но похожее вот такое вот колечко. К этому набору тоже с речным жемчугом. Вот так выглядит это колечко. Следующий набор, который хочу вам показать, это набор, у меня тоже здесь голубые камушки будут, вот такой вот набор с вот такими вот замечательными камушками, аквамаринами, и похож он на грушу, в форме груши, вот такие вот аквамаринчики, вот здесь вот вставлены замечательные маленькие фианитики, тоже это мой любимый наборчик, вот так он смотрится на ушках, и мне они тоже очень нравятся, и к ним в комплектик шло вот такое вот колечко, камушек немножечко побольше, это тоже аквамарин, он такого вот голубовато-зеленоватого цвета, очень мне нравится этот наборчик. Следующий наборчик, который я хочу показать, это наборчик у меня идет с топазами. Вот такие вот топазики и в форме веточки вот такие вот красивые сережечки. Вот так вот они выглядят. И вот так они примерно будут смотреться на ушки. Вот, тоже люблю этот набор, очень мне он нравится. И к ним в комплектике вот такое вот замечательное колечко. Сейчас я вам покажу это колечко. Так вот. Девчонка, ну у меня в колечке где-то потеряла один камушек. Прям вот такая досада, тоже любимый мой наборчик. Думала, может уже сходить к ювелиру, попросить, чтобы мне нашел голубенький камушек. Может где-то вот у них есть вот такие вот маленькие топазики. Тоже красивый очень набор, мне он очень нравится. Следующий набор, который хочу вам показать, тоже я его очень люблю. Это очень яркий, красивый набор. Вот такие вот сережечки, и к ним в комплектике колечко, ну колечки, камушек поменьше. Так, и вот такие вот серьги, здесь у нас вставлены фианиты, они очень красиво блестят на солнце, очень красиво смотрятся в ушках, мне тоже очень нравится этот комплектик. Вообще, девчонки, очень люблю серебро, ой, поэтому у меня вот болезнь на серебряные украшения. Вот так вот они смотрятся в ушах, эти сережечки. И вот такое вот красивое колечко к ним. Следующий набор, который
Так, наборы закончились. Теперь покажу вам по отдельности. У меня еще вот такие вот есть. Ну, они углом застегиваются. Я, конечно, углом вот так вот ушко не очень люблю. Но такие довольно-таки оригинальные. Симпатичные сережечки серебряные, тоже с фианитиками. Вот так вот они смотрятся сбоку. И вот так примерно они будут смотреться в ушках. То есть они вот так вставляются и смотрятся на ушки вот таким вот образом. Дальше следующее, что хочу вам показать, это просто у меня колечки. Колечки эти недорогие, серебряные. Ну, я их тоже вот иногда меняю, люблю одевать. Вот такое вот серебряное колечко с тремя фианитиками. Так, как вам показать вот так получше. Вот, вот так оно выглядит. Вот это колечко. Следующее колечко вот такое вот. В форме вот такого лепесточка. Его хорошо одевать на указательный пальчик. Можно вот так носить. Тоже здесь фианитики. И вот здесь вот маленькие фианитики мелкие. Следующее колечко вот такого. Тоже с фианитиками. Очень нежное, обычное. И вот такое вот в форме, как мы называем, поцелуйчика. Тоже очень недорогое. Девчонки, покупала я его очень давно, еще совсем недорого, за 180 рублей. Вот такое вот нежное, симпатичное колечко. Дальше, что хочу вам показать. Есть у меня серебряный браслет. Я его очень люблю. Это тоже браслет с топазиками. Вот так вот он выглядит. Вот такой вот красивый браслетик. Он смотрится на ручке очень нежно, за счет камушка очень красиво играет на солнышке. Поэтому это мой любимый браслет. Как увидела в магазине, все, прям сразу влюбилась, понравился мне этот браслет. И следующее, последнее, что у меня серебряных украшений. Вот такая у меня вот цепочка. И здесь вот два кулончика. Я их меняю. Иногда один кулончик у меня с топазиком. Так. Вот так вот он выглядит. И вот такая вот совушка. Сейчас вам покажу совушку. Такой красивый кулончик с фианитиками. Этот вот просто идет с топазиком кулончик. Вот такие вот у меня серебряные украшения. Ну, теперь я вам покажу свою бижутерию. У меня ее совсем немного. Начала я покупать ее не так давно, эту бижутерию, в компании Avon, Faberlic, ну и некоторые, конечно, у себя в магазине. Сейчас я вам покажу, какая есть у меня бижутерия. Первая бижутерия, это у меня от Faberlic. Вот такие вот серьги. Ну, конечно, я их как-то одевала очень редко. Я смотрю, девчонки, они вот со временем стали немножечко окисляться. Конечно, качество желает лучшего. Ну, вот такой вот для разнообразия наборчик. Теперь следующий набор, который хочу вам показать, это от компании Avon. Вот такие вот сережки. Здесь у них идут вот такие заглушечки. И вот здесь вот у нас вставлено как зеркальце. Внутри вот имеется вот такое вот красивое стеклышко под камушки сделано. Очень нежное, красивое, в форме листика. Мне тоже они очень нравятся. И к ним шел вот такой кулончик на цепочке. Кулончик у нас немножечко побольше, помассивнее. Вообще мне нравится Avon бижутерия. Она очень качественно, аккуратно сделана. В основном всегда хорошая. Здесь тоже вот такой вот камушек с листиком. Очень интересный набор. Также имеется у нас здесь увеличители, как на всех наборчиках. И еще одна цепочка. Я вам ее уже как-то показывала в своих заказах. Вот такая вот вишенка. Покупала я ее по распродаже, совсем недорого. Здесь очень длинная цепочка. И вот так вот она выглядит. Дальше, что у меня есть из бижутерии. Вот такая вот брошь. В форме перышка павлина. Это тоже Avon. Здесь имитация под камушки идет. Вот здесь вот такие они, вот, наверное, скорее всего, пластиковые, красивые вставлены стеклышки. Так что тоже под платье, под пальтишко, под какое-то замечательная брошь. Мне... Девчонки, следующая бижутерия. Покупала я ее здесь у себя в магазинах, в своем городе. Вот такие вот сережечки. Они очень красиво переливаются на солнышке. С такими вот
стеклышками. Тоже очень интересные. Мне нравятся беленькие. И они вот так довольно-таки хорошо видно. Неплохо смотрятся в ушках. Дальше следующий комплектик. Такой вот он тоже интересный. Это сережечки с сиреневыми камушками. Здесь у нас идут колечки. И вот на таких вот колечках вот такие вот красивые камушки. Тоже вот такая симпатичная бижутерия. Здесь они вот так застегиваются. Конечно, мне вот это не особо нравится. Но в ушках они смотрятся довольно-таки неплохо и симпатично. И последнее, что хочу вам показать, это наборчик, который делает рукодельница. Все вы ее знаете. Ника Юлана Светлана. И заказывала я у нее вот такой наборчик. Это, девчонки, ручная работа. Мне тоже этот наборчик очень нравится. Такие вот голубенькие бусинки. И вот такие цветочки вот прозрачные, которые вот создают глубину. Вот такой красивый, очень красивый набор. К нему в комплекте вот такие, вот такой вот браслетик. Так что он тоже яркий, красивый, красиво смотрится в ушках. По-летнему мне очень нравится. Девчонки, ну вот был и весь мой обзор на мои украшения. Их, конечно, у меня не так уж и много. Наверное, забыла показать им еще бусы. Но бусы тоже в основном у меня под жемчуг, перламутровые. И кому интересно было мое видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, не пропускайте новые видео. С вами была Виктория. Пока-пока. До свидания. До новых встреч.